Турция не намерена отказываться от российских комплексов С-400. Как передает Канал 13, об этом сообщил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар. Для Анкары было бы проблематично отказаться от покупки российских систем ПВО С-400. Мы рассчитываем, что разногласия США по этой теме смогут быть решены путем диалога, приводит его слова телеканал Ахабер. Акар отметил, что Турция продолжает вести переговоры с Россией о приобретении второго полка С-400. «У С-400 в Турции не будет какой-то конкретной дислокации», сказал глава Минобороны Турции, добавив, что системы могут перемещаться в случае такой необходимости. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsul əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.